Доброе утро! Доброе утро всем, кто в эти минуты к нам присоединяется на канале «Россия». На календаре 8 декабря, пятница, и на свою финишную прямую выходит год 2023. В декабре принято подводить итоги. Но наша сегодняшняя героиня подводит итоги не только уходящего года. Это скорее итоги большого пути длиною в 30 лет. Совсем недавно свой потрясающий 30-летний юбилей отметил один из престижных ведущих вузов нашей республики. Это Карачаево-Черкесский филиал Московской финансово-промышленной академии «Синергия». 30 лет у руля вуза стоит Любовь Османовна Абрекова. И прежде чем я встречу ее в этой студии, предлагаю вам репортаж с торжественного мероприятия. Встречи и объятия, улыбки и разговоры, а еще много цветов. А фотографии, установленные в холле филармонии, отображали самые важные моменты жизни вуза. Выпускники филиала «Синергии» в Карачаево-Черкесии встретились с бывшими однокурсниками и преподавателями, которых не видели много времени. И, конечно же, делали памятные фотографии. Концертный зал заполнялся зрителями. Все с нетерпением ждали начала программы. 4000 специалистов подготовил вуз за 30 лет работы. Многие из них работают на ключевых и высоких постах на благо нашей республики. В числе выпускников филиала глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Учебного заведения 30 лет уже довольно небольшой срок, но ваше учреждение успело зарекомендовать себя исключительно с хорошей стороны. И как говорит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, главный золотой запас России – это люди. Да, именно люди, их глубокие познания и качественное образование и стремление к лучшему залог успешного развития государства. От всей души желаю коллективу учебного заведения, студентам филиала, а также тем преподавателям, которые стояли у истоков работы учебного заведения, крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и новых вершин. Гости праздника отметили высокий профессионализм и качество подготовки специалистов, которыми так гордится вуз. Уважаемый Рашид Борисович, очень благодарны за высокую оценку нашего труда. Желаем всем здоровья. Директор филиала «Синергии» в Карачаево-Черкесии, доктор психологических наук Любовь Абрекова, отметила, что за годы деятельности вуз сумел обрести хорошую репутацию в республике и вносит весомый вклад в развитие образования региона в целом. Рассказала, как вуз создавали и развивали, подчеркнула те или иные достижения и свершения, которые институт достиг за 30 лет. Мне, как директору филиала университета «Синергия», очень приятно видеть здесь, в зале, выпускников наших. Преподаватели института получили благодарности, заслуженные награды и почетные грамоты. Бесконечно счастлива, что я являюсь частью этого мероприятия. Я пришла на работу в 2015 году как старший преподаватель. До меня там работала Тимрезова Светлана Джагафаровна и работу поставила так, что продолжить это доброе дело было одно удовольствие. Поздравили юбиляров и сотрудники нашего телевидения ГТРК Карачаево-Черкесия. Радовали гостей в перерыве между выступлениями артисты Государственной филармонии. Это наша семья, добрая помощь всей страны. Наша семья, чистой небой. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас с большим удовольствием я представляю вам нашу утреннюю гостью. Это женщина, которая может стать воплощением современной женщины-руководителя, современной женщины-политика, женщина-депутат, женщина-руководитель, женщина, ну, самое главное, наверное, статус, который она имеет, это женщина-мама и женщина-бабушка. Любовь Османовна Абрекова, гость нашей студии. Доброе утро, Любовь Османовна. Доброе утро. Я с большой благодарностью вас приветствую и хочу сказать спасибо за то, что вы нашли время в своем плотном графике и вот пришли к нам сегодня в студию. Любовь Османовна, 30 лет вашему детищу, университету «Синергии». 30 лет ежедневного кропотливого труда.
направленного на совершенствование, на достижение каких-то результатов, наверное, самых высоких целей, которые вы перед собой ставили на протяжении этого года, направленных на развитие этого вуза. 30 лет, в конце концов, это в вашей жизни. Есть ли удовлетворение за эти годы, за проделанную работу? Да, конечно, есть. Я могу это подтвердить фактами. Удовлетворение в чем заключается? Если ты получаешь удовольствие от той деятельности, чем ты занимаешься. Но 30 лет действительно не маленький срок. А если для того, чтобы еще больше получить достижения, то это еще надо 30 лет. А удовольствие в чем было моей деятельности за 30 лет? То, что я работала с такими людьми, которые отдавали себя работе. И имели уважение, авторитет среди своих коллег и среди слушателей, студентов. Это, да, многого стоит. Ну, раз уж вы коснулись своих коллег, своего профессорского, преподавательского состава, то, если верить данным, средний опыт профессиональный, преподавательский ваших преподов, как сейчас говорят студенты, ну, где-то 15-17 лет. Вы принципиально подбираете таких педагогов, уже имеющих стаж определенный? Можно сказать, так и получилось, что подтвердить могу, что специально. В 93-м году, когда мы открыли этот филиал, не было, естественно, преподавателей, которых можно было в нашем регионе найти. И были практики, то есть которые помогали найти преподавателей. Это вот Матакаева Софья Клычбиевна, судья Верховного суда. Она привлекла очень многих своих коллег. Софью Мухарбиевну Чимову, судью Верховного суда. Тогда работал Узденов Исмаил Магомедович. «Пусть земля будет пухом». Он тоже очень нам тогда помог. Но, к сожалению, его с нами нету. Тлисова Светлана Магомедовна, доктор наук. Умнейший человек, светило. Абдоков Станислав Аминович, доктор философских наук. Но их нету. Вот они были стержнем, который показали пример для других сотрудников. И вот с 93-го года многие работают 30 лет. Если брать в среднем, конечно, эти 15 и 14 лет работы в среднем, если брать возраст. Ну, такие преподаватели – это, вообще-то, золотой фонд любого вуза. Ну, на сегодняшний день, да, Рита Шагабановна Узденова 22 года работает. Даже мой водитель Николай 24 года со мной работает. Надо уметь всем проявлять терпение, уважение, видеть не только отрицательные стороны, положительные. И это тогда дает результат труда, то, что вы стремитесь получить то качество. Вот. Я так думаю, вот это стремление лично мое, как руководителя, помогло мне сохранить кадры. Ну, я так понимаю, что с вашей командой сегодняшней в разведку вы легко пойдете. 100%. 100%. Я могу им доверить, я могу им поверить. С нами долгое время, более 15 лет, работала Светлана Джагафаровна. Она даже в свое время, когда 90-е годы, работая в банке, в Сбербанке, приходила, поддерживала морально вот, нас очень. Потом мы ее привлекли к себе, так скажем, заинтересовали, и она перешла, ну, на тот момент Сбербанк считался очень солидной организацией. Сейчас, конечно, быть управляющим какого-то отдела или начальником, это было статусно. Но, несмотря на это, она выбрала молодежь и пришла к нам работать. Вот она 17 лет, плюс-минус, отработала, и по состоянию здоровья сегодня она не работает. Но, тем не менее, мы все вместе, и когда при встрече говорим, это наш вуз, это наш филиал, никогда не отворачивается никто. Любовь Османовна, ну, кроме своих профессиональных качеств, опыта профессионального, какими еще качествами должны обладать
те потенциальные педагоги, которые хотят работать в команде вашего университета? Ну, наверное, любой работодатель ищет работника, сотрудника, который бы соответствовал тем требованиям, которые, ну, предъявляет та организация. В нашем учебном заведении, ну, в любом вузе, это проявление понимания детей. Если ты даже доктор наук, профессор или практик с большим опытом, если у вас нет любви к детям, у вас не будет результата. Общение с ними, жить с ними, как говорят, в ногу, понимать их. И вот когда я вижу такое отношение у сотрудников, однозначно я этого преподавателя не отпущу. И они работают. Среди вузов Северного Кавказа ваш считается лидирующим. Вот быть лучшим. Спасибо. Это что значит? Спасибо за такую высокую оценку. Мы должны стремиться действительно стать лучшим. Любой сотрудник, любой руководитель, когда стремится не только выполнять те требования, которые ставит вуз, но надо еще жить жизнью сегодняшней, стремиться понимать, стремиться получить результаты высокие, то есть принимать участие активно в жизни субъекта, то есть в данном случае нашей республики. Вот, мы как бы стремимся быть лучшими в наших показателях. Есть такие показатели. Есть первое – лицензионный норматив, ну, и так далее, другие – аккредитации, так далее. Это тоже влияет на показатели. Но есть такой, такая оценка – мониторинг. Мониторинг проводят по всей России. Вот буквально недавно мы получили мониторинг по показателям. Мы просто на высоте. У нас маленький филиал, ну, небольшой вуз, да, но тем не менее более 1000 студентов, более 100 сотрудников, это тоже о чем-то говорит, и мы стремимся быть лучшим. Наша задача – быть лучшим. Держитесь, первое место удерживать всегда тяжело. Спасибо, спасибо. Любовь Османовна, поговорим о ваших выпускниках. За 30 лет более 4000 ребят вышли из стен вашего университета, получили диплом о высшем образовании. Вы как-то поддерживаете с ними связь? Ну, как сегодня говорят, на связи бываете? Ну, наверное, за все годы в разные времена были особенно талантливые, особенно яркие ребята, да, у которых были там блестящие перспективы. Сотрудничаете, поддерживаете отношения с выпускниками? Вы знаете, в 93-м году, когда к нам пришли поступать абитуриенты, и когда на протяжении 4-5 лет ты изучаешь и видишь, как они старались, как они трепетно относились, и вот они хотели найти себе достойную работу. Они просто вот... И сегодня мы их увидели. Вот 30 лет, как они у нас пришли к нам и получили сегодня достойные должности. Я помню ныне Тимрезова, сегодня Баташева, Амина. Одна из первых, которая стала судьей при Кубанском районе. Для нас это был результат труда нашего, да, показателя. Или, допустим, Миньюс устроился, или адвокатом стал. И когда она стала судьей, это была наша оценка, наш показатель. Это первый выпуск. Сейчас она судья Верховного суда Баташева Амина. Но хочу сказать, мы отслеживаем и гордимся нашими выпускниками. Ну, допустим, если брать некоторые должности по направлению юриспруденции, то, допустим, лучший адвокат, и это подтвердят, это Тахтамыш Чагаров. Вот. Он считается одним из... Когда я слышу у коллег или у близких людей, а вы обратитесь к такому адвокату, мне очень приятно, что это именно наш выпускник. Или, допустим, лучший нотариус. Тоже ваш? Тоже наш. Когда из трех ветвей власти, это судебная, исполнительная, законодательная, наши выпускники... Председатель Верховного суда Карачаево-Черкесской республики Левшоков Наурус. Председатель арбитражного суда Негри Наталья, наша выпускница. Вот. Законодательная, вот недавно уже избрали
Узденова Султана Джашарбековича, депутат Государственной Думы. Ну, вы, наверное, все знаете, это не секрет. Недавно выступил на юбилее наш многоуважаемый президент, глава республики, правильно если назвать, Темрезов Рашид Борисович, тоже наш выпускник. То есть все три ветви власти – наши выпускники. Как не гордиться нам, нашим сотрудникам, нашим трудом, нашим показателям. Но не менее, никак я не могу не отметить наших других выпускников, которые занимают рангом ниже. Ну, очень много министров, должности министра работают. Очень много индивидуальных предпринимателей. Для нас это показатель. И мы гордимся, мы все друг друга говорим, а вы слышали, назначили нашего выпускника, а вы слышали, наш выпускник такой-то. Ну вот мы гордимся. Любовь Османовна, кроме образовательного процесса на выходе диплома о высшем образовании, что еще студенты получают в вашем вузе? Какие, ну, дополнительные, может быть, возможности участия в каких-то программах, может быть, международных? Есть? Есть, конечно. Это те программы, которые президентом страны ежегодно утверждаются, и, естественно, во всех субъектах это тоже рассматривается. Министерство образования нашей республики всегда направляет нам предложения, где принимают участие наши студенты. Вот, в частности, вчера вылетела, она победила здесь в конкурсе, наша студентка, вылетела в Москву принимать уже второе участие по программе, точно программу я название могу неправильно выразить, поэтому лучше не буду говорить. Она является победительницей, и она вот примет участие. Таких программ очень много, где студенты принимают участие. И, допустим, код будущего есть такое, информационная система. Ну, это все программы принимают участие, и многие из них являются победителями, наши студенты. Хочу сказать, мы развиваемся в сторону, как вы сказали, стремимся быть лучшими. Сейчас время востребованности медицинских работников. Вот. Мы открыли в этом году лечебное дело. И уже учатся студенты. Мы открыли информационные системы. Сейчас и президент страны стремится, чтобы информационные системы были развивались во всех субъектах. То, что мы создали, открыли. Государственное муниципальное управление. А вот такая специальность есть. Но и немаловажное значение имеет, не выезжая за пределы республики, мы открыли для наших будущих и уже настоящих аспирантов, аспирантуру по направлению юриспруденция. Вот. Мы открыли эти направления, это новые. Будем как бы стараться, стремиться, чтобы они тоже показали высокие результаты, эти специальности, выпускники по этим специальностям. Ну, это классно, потому что дефициты и IT-специалистов, и тех же медицинских сестер даже хороших, которые, извините, с первого раза попадают в нужное место. Да, все это мы сегодня испытываем на себе ежедневно. И если будем получать из стен вашего вуза таких специалистов, это только на руку всем нам, всей республике, каждому жителю, каждому потребителю этих, скажем так, современным языком услуг. Любовь Османовна, давайте отложим в сторону ваши заботы о синергии. Давайте не будем сейчас говорить о депутатской деятельности и еще о многом-многом, чем вы сегодня занимаетесь. Там в окошко даже, наверное, проникнуть тяжело. Чем сегодня просто живет вот Люба Абрекова? Что она ждет от Нового года? Ой, хороший такой вопрос. Что она ждет? Я, во-первых, как вы сказали, мама. Но я еще любимая бабушка. У меня 4 внука, то есть 2 внучки и 2 внука. Скоро я с ними увижусь, Новый год встречу. Но что я хочу получить на Новый год? Я вот хотела бы, чтобы был мир на земле. Мир. Чтобы кончилась эта война. Непонятные отношения, споры, скандалы между странами, да? Недопонимание. Я бы хотела, чтобы это осталось в прошлом.
И новый 24-й год мы начали с победой, и с дружбой, и с любовью ко всем, независимо от национальности, чтобы мы понимали друг друга и жили дружно. Вот этого я хотела. Спасибо большое. Желание, наверное, такое сегодня присуще каждому, да, жителю нашей большой страны. Правда, хочется, чтобы Новый год был другой, по-хорошему другой. И мы все очень этого хотим. Вам от имени нашей телекомпании мне хочется пожелать вот хорошей прибыли, вот чтобы пребывала во всем, чтобы было больше радостных событий, ярких впечатлений, хороших людей, чтобы побольше было, вас окружало, чтобы было меньше разочарований, чтобы успех прям на пятки наступал. Успех, удача, не болейте в новом году, да вообще никогда не болейте, чтобы внуков встретили, порадовались им, наблюдали, как они растут, каких добиваются успехов в жизни. Простого женского счастья, которого все мы хотим. Спасибо вам большое, что вы были гости нашей студии. По-настоящему добрым сделали это утро. Всего вам самого доброго. Спасибо вам. Вам тоже все, что вы сказали, взаимно. Процветание вашей телекомпании. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, я напомню, что сегодня нашим гостем в студии был директор Карачаево-Черкесского филиала Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Любовь Османовна Абрекова. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Но не переключайтесь. Оставайтесь с нами на канале «Россия».